Думаю, каждый из нас уже слышал о различных предсказаниях конца света, большинство из которых мы уже благополучно пережили. Но есть и такие люди, которые верят в неминуемый апокалипсис, во время которого погибнет подавляющее большинство населения нашей планеты. Итак, смотрим далее о предсказаниях ближайших концов света. Изменения в климате Земли, наблюдаемые учеными, с каждым днем тревожат все больше и больше. Это чрезвычайно актуальная проблема, которую нельзя оставлять без внимания. Человечеству может грозить множество бед. Джеймс Хансен, исследователь климатического состояния на Земле, утверждает, что в этом году растают ледники, уровень моря поднимется на 65 метров. 12 октября 2017 года, по прогнозам специалистов, астероид 2012 TS4 приблизится к Земле на опасное расстояние. Каким точно